Всем привет, друзья, с вами Ник37К, и сегодня у нас оценка скинов. Да, ребята, сегодня у нас оценка скинов, и я буду оценивать ваши скины, которые вы мне скинули в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании, ну а мы погнали. Начнем мы с первого скина, его скинул пользователь под ником Team12K. Сам скин довольно красивый и похож на какого-то шерифа-агента, поэтому я ему ставлю 10 из 10. Второй скин от Антона28К. Он красивый, но он почему-то какой-то синий. И вообще он даже без костюма. Можно сказать, что это какая-то перемешка скинов, поэтому я ему ставлю где-то 7-8 из 10. Следующий скин от Казаха26К. Он красивый, но, как по мне, клюв лучше сделать закрытым. И тогда он будет вообще имба. А так я ему ставлю 9 из 10. Следующий скин от Михи13К. Скин хорош, похож на сталкера, но, как по мне, таких скинов с таким противогазом и очками очень много. И, как по мне, лучше всего сделать что-нибудь новенькое. Ведь я почти каждый день вижу людей с такими скинами, и их очень много. Ну, а так он нормальный. Переходим дальше. Следующий скин от Ромакс30К. Кстати, этот ананас сзади мне что-то напоминает. Квинка, слоумо! Ананас, идите! Так, стоп, шутки в сторону. Скин хороший, но, как по мне, шутки про ананас – это лишнее. Потому что от них уже просто рябит в глазах. А так, сам скин довольно-таки нормальный, и я ему поставлю 10 из 10. Поэтому идем дальше. Следующий скин от пользователя Кол300К. Его скин очень похож на Чикенхеда. Сам скин довольно красивый, но, как по мне, шляпа не очень сочетается с ним. А так, переходим дальше. Следующий скин от Симки Спикермен Титан. Этот скин достаточно красивый, но, как по мне, шляпа опять же лишняя. И желательно ее поменять, потому что она похожа на какую-то бабушку или что-то еще. Ну а так, скин довольно красивый, я ему ставлю 9,5 из 10. Следующий скин от пользователя под ником Рон. Он достаточно красивый и даже немного позолоченный, поэтому я ему ставлю 10 из 10. Он достаточно красивый. Следующий скин от Alinura24K. Этот скин очень похож на Журу. Этому скину я готов поставить 5 или 7 из 10, потому что я таких скинов видел очень много, и они достаточно скучные. В общем-то, вот такое вот было видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. С вами был Ник37К. Всем удачи, всем пока. Ожидайте второй части.